Najzajímavější bychom se pohovorím o tom, co bylo za pohodno v našem kanále, co je poslední video za leto i budu ждать до сентября видео выпускать. Потом так возвращаемся, что было за полгода. Это Warhammer 40 000 будет продолжение этого Warhammer. Будем там против хаоса, скорость, и это дофиг не секрет, там что против хаоса будем убивать. Еще было Майнкрафт, тоже запустился проект новый, 3.2 выпуска. Дальнейшем будет чаще пытаюсь выпускать. Новые праздники. Рассказывал о них. А кто не знает, они из видео их я оставляю. В ссылке по празднике. Посмотрите. Сейчас вспомнил, какие праздники мы запиливали на видео. Поехали. Думаю, по 23 февраля. День защиты Отечества. Потом 8 марта. Вот там я сказал, вы слушали. Потом 1 апреля, никому не верю. Сказал, ссылки будут. Оставлю под видео. Посмотрите. Мы говорим по празднику 1 мая. С праздником весны и труда. Посмотрите видео, о чем я там говорил. Я там один победу, я поздравлял всех митянов. И вау, как нехорошо выводить. И другое. Сами послушайте, придете по ссылке. И 12 июня, День России. Мы говорим там про День России, так. Почему? Ну, молодой праздник, я его там увидел. И последний видео за полгода было вчера про эту игону. А сегодня это предпоследнее видео за полгода. Следующий полгода начнутся в сентябре. Пол декабрь. Потому что лето, август и июнь. И я уже не буду снимать. Потому что я буду тут отдыхать. Поеду. Вообще, как вернусь, я вам видео расскажу. Как отдохнул. Кому будет интересно, пишите в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайки и другое. Всем до встречи, до сентября.